Всем привет, меня зовут Слава, мой псевдоним ПТРК. ПТРК — это Патрик Безгласных, отвечаю сразу на первый вопрос. Да, это Санкт-Петербург, я, к сожалению, не помню автора, но яркий образ найден, который вписан в среду. Вот это мне очень нравится работа. Все очень максимально просто, просто пластиковая ведерко, которая надета на фонарь. И самое это классное, как это взаимодействует со слоганом этого автомобиля. Как это взаимодействует со слоганом автомобиля? Это знак превосходства, да. Вот, питерский тоже плакат.